Я какой прибежал. Сколько ты даже не поймешь, снизу это было или сверху, потому что вся карта видела. Гений, блять, вот это гений. Да ну нет, ну... Где у них все хп было? Drum and bass kit. Никнейм так хорош. Чем, блин, это бот лобби стримерская у меня, походу. На ранке чем-то похоже. Предаторе. О, да. Это совпадение. Pointed.
Не. Е4К. Да. Да. И себя на Рутюбе. Блять, ну я просто прицел не могу разглядеть, сука. Три. То есть какой-то потный молодой человек. Все. Запотел. Нифига, он палку поставил, чтобы жестко меня убить, видали? Заготовочку сделал. Ой, блин. Дали это батл рояль. Бля, он резнул, он без звука залез, вот да. Бро. Бро. Это кто-то вообще будет лобби, я хожу. Странно, да, вот прям много их подряд прокает, а иногда не прокает. От чего это вообще зависит? Я же вроде не умирал там 5 подряд, то в нулю, на нулевые не умирал. Вроде нет. Вот это у нас... Вот нас откидывает, когда мы выходим из стены. Как же я стреляю плохо? Как, блять, везде пустой-то? Что происходит, дядя? Ой, поздно ли? А, на крыше он. Lifting the veil.
Как это? Мы. Нормальный ган, брат. Где он есть, блядь? О, у тебя тоже неплохое, вообще нормально постреляли. Покрафтились? Покрафтились. Ну давай я тоже залью, чего уж там. Раз уж на то пошло. Просто до первого склада, так сказать, жизнь. Так, симуляция следующего сезона. 47 мема. Вингман. Вингман Пауа. Народу. Ого. Репликатор coming down, my friend. Lifting the veil. No! Как же они меня затыкали. Так. Появились они, конечно, достаточно неожиданно.